Все по графику. В Первоуральске отчитались о ходе призывной кампании. Этой осенью в различные войска отправятся почти 150 жителей нашего города. 2/3 из них уже призвали. Представители военкомата, в свою очередь, просят не уклоняться от службы и рассказывают о том, что служить стало комфортнее. На областном сборном пункте они получают, соответственно, новую шапку, вот, новая курточка нового образца на синтепоне за место искусственного меха. Ботинки с высоким берцем зимние получают, очень хорошие, мы их сами видели. Те ребята, которые больше 3 суток едут воинским эшелоном, они обеспечиваются 3-разовым горячим питанием в вагоне-ресторане. Нюансы осенней кампании обсудили на расширенном заседании призывной комиссии. Его провели в администрации города. В числе прочих пригласили представители специальных учебных заведений, мэрии, полиции и прокуратуры. Совместными усилиями намерены ловить уклонистов и повышать престиж воинской службы. План призыва выполнят, считают специалисты, тем более, что все меньше будущих солдат жалуются на здоровье. А отдать долг родине нередко хотят и те, кого не пропустила медкомиссия. Вот сегодня с отправкой уехало у нас 2 человека. Которые хотят служить, не согласны с предварительным решением нашей медицинской комиссии. И сегодня будет решаться вопрос по ним, по этим ребятам. То есть они там согласовались с родственниками, с родителями, пришли и с командой поехали сюда. Ну, надеюсь, что у них получится.